Привет всем заглянувшим. Сегодня мы огородными делами занимаемся. И что мы выращиваем в стаканчиках? Угадайте. Такое чувство, что мы выращиваем только сорняки. Какой ужас. Нет, на самом деле мы в стаканчиках выращиваем арбузики. Потому что решили в этом сезоне заняться арбузами. И дорогие гибридные семена мы посадили в стаканчики, потому что в землю кидать их жалко. И хорошо, что мы в землю не покидали. Видите, что происходит? Вроде семена дорогие, фирменные, там Сансей, Кримсон, в общем, какие-то фирменные названия. Но что-то взошло, а что-то и не взошло. А сюда это просто уже отложили пустые ящики. Вот еще ящичек пойдет на посадку, уже отложено. А, ну, видите, пустое. Да? Муж вернулся? Да-да. Это с остатками. С остатками. Вот. Вот так вот рассадой будут выращиваться арбузики. Сорт Користан. А, Користан? Да. А я думал, Кримсон, как его там звали. Вот так вот. Вот такие вот. Говорю, кто-то, он уже какой красавчик, а кто-то мелюзга мелкая. Старые семена. Старые семена, просто их переупаковали, якобы они в том году упакованы. Ну так, такая неравномерная схожесть, обычно это старые семена. Вот так. Гады, дурят нашего брата. Фермера. Конечно, здесь ветрено. Вот она эта лужайка, которая намечена под арбузы. В прошлом году здесь была у нас луковая плантация, кто смотрит канал. А теперь здесь вместо лука будет... А, вон еще луковица растет. Прошлогодняя падалечная. А теперь здесь растет, во всяком случае, планируется выращиваться арбузы. И вот так вот они сюда переселяются из стаканчиков. Вон. Пока я тут с камерой стою, муж уже посадил часть. Пока дождя нет. А я тут лялякаю. Да, нам тут дождь обещают. Вот мы хотим прохалявить. Типа посадить, а дождь пусть польет. Ну, смотря какой дождь будет. И вот так вот. Муж сажает. Все, заснимала? Засняла? Иди работай, Изаура, солнце еще высоко. Как там, кто там был у Изауры? Педро? Чи как его там? Хуан Антонио? Хуан Антонио? Все, короче. Что, ты хотела сказать, да, мой Хуан? Она меня оскорбляет. Все, короче. Хозяин сказал, солнце высоко. Работать далеко. Давайте. До встречи в продолжении роликов. Может быть, на дегустации арбузов. Сегодня посадим, завтра продегустируем. Да, сделаем монтаж. Вот наши арбузные саженцы уже не такие чахлики, как когда мы их сажали. Да. Вот они. Это все маленькие. Ну и какие-то мы с первым листиком сажали, каких-то только с семидольными листиками. Вот она рассада арбузов подрастает. И вон там, вон они. И вон там. И вон там. А еще партия следующих арбузов у нас подрастает в стаканчиках, потому что мы все разом решили не сажать. Потому что мы забодаемся все разом убирать потом. Поэтому мы решили все арбузы сажать. Как и многие овощи мы сажаем веерно. То есть друг за дружкой. Вот хотела вас спросить, тех, кто досмотрел до этого момента уже. А скажите, пожалуйста, вы когда были школьниками, вас куда возили на летние работы? Нас, например, возили полоть свеклу. Свеклу сахарную. И один раз даже, в основном на свеклу, конечно, а один раз отвезли на арбузы. Но арбузы пропалывать. Целых, красивых, спелых арбузов мы не видели. А вот и наши арбузы. Вот они уже, какие плети повыкидывали. Вот они уже цветут. Вот они, наши цветочки арбузные. Вот такая вот наша полянка. Теперь мы сами себя выводим на прогулку. Там маленькие росточки, которые мы попозже, чтобы был попозже урожай.
И, в общем, мы посадили арбузы, и они уже выкидывают плети и цветут. И мы сами на них устраиваем себе летнюю практику. Вот они, какие красавчики. Ну, как видео получится, не знаю, насколько у меня терпения хватит его снимать. Или все-таки я его смонтирую раньше. Ладно, он дальше пошла. Заросшая грядка, и она меня ждет. Здесь уже, видите, сорняки погрустели. Это я их выдернула. Ну вот, пошла теперь к веселым сорнякам. До встречи в продолжении. У нас уже такие большие мячики раскиданы по участку. Большие, есть и малые. Но арбузики, к сожалению, уже сколько? 20 июля. Арбузики начинают болеть. И, скорее всего, больше и не вырастут. Вон дальше, видите, мячики. Трава растет. Там, где еще плети не сильно заплели, там еще траву получается убирать. А так, кое-где уже сорняками сильно зарастает. Думали, чтоб не пеклось. Но почему-то они и болеют. Вот честно не знаю, почему. Чем им не нравится. Вроде говорят, жара им нравится. И поливаем. Видите, земля еще влажная. И непонятно. Непонятно, что же им надо. Ну, посмотрим. Кстати, первый, ну, вот выбрали, ну, с больного кустика, который болел. Мы выбрали арбузик, попробовали. Он пахнет арбузом, реально такой аромат классный. Но еще не набрал сладости. Еще даже косточки светленькие. Ну, поснимаю еще дальше. Подождем, пока у меня время найдется, чтобы все это смонтировать. Может быть, и до основного урожая тоже дождемся. А там дальше в конце участка только еще маленькие вяжутся. Вот такие вот у нас арбузные просторы. Ждем основного сбора урожая. Первый сбор нашего урожая. Муж там смотрит хвостики и прочее у них там. Короче, где это находится? В общем, у этой палочки вот тут вот этот усик, когда он полностью отсохнет, значит, поспел. В общем, ничего себе, тут уже целая тачка собирается арбузов. Это первый сансей, а там дальше другие сорта. В общем, урожай начался скоро. Будет дегустация! В общем, пока у меня появилось время все это монтировать, мы уже делаем дегустацию первого арбуза, который уже нормально выспел. До этого был зеленковатый, а этот уже по всем правилам собрали. Какой он яркий, какой он ароматный и сладкий. Первым мы собрали сенсей. А следующий ряд у нас будет користан, но он пока еще не готов. Вот сенсей. Классный арбуз, и рассчитываем, наверное, на следующий год его снова посадить. В общем, мы продегустировали и користан. Вот он користан, вот такой вот. А, нет. А, ну да, вот это користан. Вот это сансей. Ну, я бы сказала, сансей вкуснее. Он как-то и ярче, и слаще. Ну, користан тоже очень сочный, вкусный. И в нем меньше косточек, чем сансеем. Вот такая вот у нас дегустация. В общем, мы уже объелись арбузами. Это то, что пока первое созрело. А там дальше еще какие-то сорта. Но это попозже. У нас начинается лето. В июле 23. А, нет, не 23 июля. Сегодня 26 июля. Вот такое вот лето. Обрезки и всякая некондиция арбузов достается нашему хозяйству. И утятам, и гусятам, и цыплятам. Эй! Покажите, что вы там так вкусно едите толпой. Арбуз. Конечно же, они едят арбуз. Всем приятного аппетита. Пока-пока.